перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что, злодеи, всем привет всем. Здравствуйте, всем привет всем. Всех уважаю, всех люблю. Контрабас, вся хуйня. Обзоры на сырки. Вот это все, да. Деньги, любовь, жалость. Салам из Монако. Вот я сегодня только смотрел карту, где там Монако находится. А то у меня там вот на карте есть город, потом я покажу его вам чуть попозже. Так, факт то, что граффити замазали. Ну, что я могу сказать? Хорошие вещи, они коротки. Они недолгие. Недологие. Так что, друзья, подсоединяйтесь, много еще рассказать. Рассказывать, конечно, ничего не буду. Поговорим, зададите вопросы, я отвечу. Может быть, нет, может быть, больше. Вот так вот, друзья. Контрабас, да. Контрабас фоном играет. Армавир. Друзья, мерчем сам уже не отсылаю. Мерч уже приподнялся. Да, зеленую худи купил себе за 16 тысяч рублей. Как-то уже другие люди занимаются, наши братишки, мерчем. Монахи еще не надевал, братишка. Что-то не знаю как. Что ты скажешь о ней? Короче, 97-е себе купил еще черные. Один день поносил, натерли, пиздец. Так что, чую, следующие будут монахи. Псков, я хочу в Псков поехать. В Псков. В Псков и в Вологду. Блогеры в рэпе, это хуйня ебаная. У них ни то, ни другое нормально не получается. Так что, вот так вот. Я вообще очень... Очень ЧСВшный персонаж, как вы все знаете. Фараон, мне нравятся некоторые песни. Привет. Привет. Фит с Эминемом. Потом, попозже, на альбоме. Гордай. Псков ждет. Псков. Новые треки. Не знаю, когда. Я пишу. Уже написал много новых сольных треков. Нет, Абба проклят. Абба проклят. Друзья, видите Аббу? Плюйте ему в лицо. Просто проклят. Проклятие. И оно будет долго. Где по-русски? Такие дела. Альбом, слушайте, друзья, альбом пишу, не знаю, выпущу, когда, время, что ли, подходящее будет, надо же тоже как-то все правильно делать. Сейчас все потихонечку, полигонечку. Ты знаешь имя, браток? Фит с Овсянкиным. Ну, Овсянкин не зовет к себе на альбомы, зовет разных других важных исполнителей, господинов, МС всяких. Меня не зовет, поэтому с Овсянкиным фитов пока не планируется. Подписные издания, там вот клевое расположение такое, две вот таких больших, два больших стеллажа и в конце стеллаж. Мне показалось, что это будет кинематографично. Такие дела.
Фит с Майклом Джексоном? Ну что, я бы с Джорджем Майклом лучше. Вот был гений, конечно. Пиздуй на трэп-хату, пока молодой. Я на трэп-хате, братишки. Привет всем, друзья, привет всем. Всем новеньким. Кто от души, кто красавчик. Устал. Опять надо жить, но я уже устал. ФБ в срадка, братка. Вот так могу сказать. Это не батл рэп. Возможно, это просто не батл рэп, и тогда вопросы все снимаются. Это не батл рэп. Лысый такой. Ну, такой вот лысый. Полысел. Рвать на битах? Да, конечно, пойду. Кто, кроме меня, порвет этот бит? Как зарабатываешь на жизнь? Да хуй его знает. Варик в антихайп. Сегодня день трансляции. А я не видел. Я ни на кого не подписан, друзья, поэтому не видел, у кого есть трансляция. Надеюсь, фараон давал трансляцию. ВС рэп, все к Максу вопросы. Скоро, думаю, выйдет уже. Похуесосим там Николая Соболева. Так, друзья, вот раньше больше людей банил. Сейчас как-то с Гоукилой. Ну, я думаю, сделаем, конечно, как-нибудь. Не, в Твиттере нет, друзья. Я же не сижу в Твиттере больше. Я все сказал. Я не подписан, потому что это информационная диета. И мне это нравится, это круто. Имя за май горчит, как темное пиво. Мой спорт рэп. Не выспался просто, друзья. О, 14-е. Какое сегодня 12-е? Послезавтра будет показывать. Да, в Израиле будем батлить. У стены плача. Книгу. Ну вот, просто под руку, что попалось. Вот такая книжка хорошая. Такая малая серия, правда. Я бы хотел большенькую такую. Ну, норм, ЖЗЛ. Голос детский. Братан, твой голос, он... только такой, как у тебя. Делай его даже детским голосом. Фестиваль «Золотая маска» подходит к завершению. Янг Яйп. Хороший трек, мне понравился. За братишку Ларина всем пизды. Скриптонит крутой, чё говорить. Вот и Илюх Смех подключился. Помню времена, помню. Да. Я шок из Рашки. Рашки шок. В Перми люди хорошие. Книга на выходные, не знаю, прочти какую-нибудь хуйню. Дарью Донцову прочти не в напряг. Тоже угарно. Металлику. Дальку не слушал никогда. Ну, там, типа, интервью Крида смотрел там по тайм-кодам. А что он там про Бабана говорил? Я просто не досмотрел, где там искать, что про Бабана. Кто видел про Бобика нашего, братишку? А в Москве люди злые, понятное дело. Все стандартно. МФ Дум. МФ Дум красиво. Слушал много раньше. Деревянный Макинтош. Вот будет на альбоме, братишка. Такие дисциплины шаришь. 100-метровка и 2 километра.
Саня, 35 это не дата. Эй, Владимир, вассап. Концерт в Грибоедове, это отсылка к Мастеру Маргарите. Не, ну слушай, там прикольно все выглядит в Грибыче. Такое все, реально андеграунд. Вот мы типа в Бишкеке, когда я жил в Бишкеке, мы всякие там тусы делали. У нас там был клуб Текила. Очень, ну вот, на Грибыч похоже. Ну, он рокерский клуб, но мы там делали рэперские всякие тусовки. Кто-то может помнить, его закрыли потом. Но легендарный клуб такой, бомбоубежище. Типа, вот Грибыч на то же самое, эту хуйню похож. Настоящий андеграунд. Буду батлить. Как никто другой буду батлить. Что там зависло все? Все, пиздарики, походу. О, все, отлагало, друзья! Наконец-то. У Паши техника есть дис на меня, но я к нему хорошо отношусь. 35 не дата, друзья. Нет, на митинг не пойду. Выблядков я не видел. Вот что-то по культурке начинается. МС Пох. Вот, друзья, хочу вам показать, да? Сейчас. Вот, смотрите, тут город. Наш город прекрасный. Кто, все увидели, да? Вот так вот. Друзья, сейчас чаечек себе налью. Налью чаечек. Есть, салют в Украину. Мы проберемся, нас никто не остановит. Привет. Да, Дудь очковал. Ну так, немножко боялся. Ну ладно, хуй с ним. Ну слушай, у меня и борода седая уже. Город Бамберг. Спасибо, друзья. О! Про Медичи какую-то хуйню очередную. Заебали про Медичи этих? Сколько можно? Че, всем метамодернистам, друзья, всем приветы. Рвать на битах или нахуй то играем? Ну, братишка, я выбираю рвать на битах. Чаечек, да. Я идеальный брови, да, смотри, прекрасно. Я весь идеален. Батл со Шнуром. Ну, что, он может только батлить с лохопедами всякими. К рэперу в Инстаграм. Ну да. Давайте, друзья, больше провокационных вопросов, чтобы я уходил от ответов очень ловко, как Юрий Дудь. Постмодерн или метамодерн? Мета, братан. Мета. Где деньги? Братан, вот деньги, вот они. Постеронию придумал, да так, между делом. Капюшон зеленого света, смотри, какой он большой. Огромный капюшон. Фит Сокси будет, да.
На его альбоме причем. Ургант слабый МС. Фрешблад говорил уже, это не батл рэп. Это поэтические чтения. Искусство от неискусства отличается тем, что искусство бередит душу. Смешарики или фиксики. Блять, ни то, ни другое не смотрел, к сожалению. Вообще, я никогда мультики не любил, даже в детстве. Я в детстве любил боевики с Брюсом Уиллисом. Это бомба, у меня все были на кассетах. Метамодерни наоборот, братишка. Фитсокси единственная возможность. Постмодерни что? Фитсокси, ладно, как угар, да, там спиздили демку какую-нибудь, дописались. А метамодерн это сложно, это понимаешь? Это, то есть ты записываешь фит с тем, кто тебе глубоко неприятен, да, твоя внутренняя эстетика кого максимально отторгает, но ты все равно ради целей, ради искусства записываешь. То есть это новая искренность через постмодернистские практики. Вот так вот, братан. Так что... Что есть метамодерн? Метамодерн, я уже говорил. На турнирку. Да, иду с Волки Ти вместе в банде будем рвать биты. А Версус это... Это модернизм. Это модернизм. Ну что ж, если я подустал, то разве мне и трансляцию нельзя дать? Салам алейкум, пацанам. Кто с Бишкека? Всего 3 пидораса забанил за трансляцию. Какие-то вегетарианские времена. Метамодерн это колебания. Ну да, да, это колебания, братан. Это вот эти вот. Нормально, друзья. Нормально все. Сидим красиво. Предки отстой, слышал группу? Не, не слышал. Что они исполняют? Идеальное блюдо на ужин. Хуй знает. Я люблю узбекскую кухню. Что с Достоевским и Пелевиным? Короче, пацаны, с Достоевским и Пелевиным все плохо. Вот что могу сказать. ATL мне не нравится. Но это не проблема. Езжай в Бишкек, казах. Нормально. Так, я тебя забаню просто потому, что ты пишешь гадости. Балдеж максимально испытываю, братишка. Вообще балдеж нормально. С культурой Аббамка. Аббамка от слова Абба. Атлант расправил плечи. Давно когда-то там. Давно читал. Давно. Ну это хуйня же ебучая, нахуй. Это какая-то там про капитализм. Типа капитализм заебись. Вот это все. Так что... Любовь, кровь лучшая рифма, безусловно. Ричард Третий... Не знаю. Посмотрим. Трансформируется все, колеблется. Вот худи. Че, обычное худи, братан. Не как у Облы. Не такое дорогое. Макарох. Макарохи я жварил, да, раньше. Бывало. Ходи на КП бухать. Я не знаю, что такое КП. Комсомольская правда. Пацаны. Кто крутой, тот репостит клип и прибавляет просмотров до миллиарда.
замет. Шарю замет недавно. MC Flame, не знаю. Но скоро весь мир узнает об MC Flame. Крайний раз 17.03. Последний раз 17.03 я был на батле Гарри Топора и Рикев. Чё по флексу? Сверхнизкий. Не за Майлучика, за Майлучник. Вот так вот, друзья. Привет. Не надо никого доносить ничего. Если человек слушает, ради бога, вообще без разницы. Свобода, у нас свобода, у нас... Это они вот всех колхозниками хотят называть. Мы так, пожалуйста. Если хочешь, слушай. Трек. Надо релизнуть, да. Ну, будет сначала, я снял клип на трек «Порох», друзья. На мой старый хиток. А трек «Порох» снял клип. И когда мы его сделаем полностью, вот будет сначала клип. А потом уже, думаю, будет что-то новенькое. Есть любимый напиток Максим Шоро. Я по образованию инженер. Саш, привет. Петрик Путяха — это король Хабаровска. Слушникам все плохо. Ну, в смысле, все хорошо, но, конечно же, сделаем. Любимый панч, да в рот ебать эти панчи. Обосритесь, жидкий холокост, да. Таллин, привет. О, Варя, привет. Солодуху, да, я послушал. Солодуха бомба вообще, очень крутой, очень крутой. И вот это все его истории, что он собирает там какие-то концерты огромные, а билеты раздают через профсоюзы всякие. Блядь, это бомба. Солодуха — это то, кем бы я хотел стать однажды. Да. Почему не было на Mixtape Вити? Никому не даю куплет. Все куплеты... Проебалось, все, о. Предал тред. Привет пацанам из батл треда. Ну, бывает, бывает. Что ж, попался. Не знаю, что так лагает, хуй знает, интернет нормально, как обычно. Помните вот эти классические времена, когда у меня трансляции лагали? Да, вот, походу, возвращается. В Минск приеду. Сын проститутки, красавчик. Любимый трек Летова. Дима, куда потерялся? Челодрас. МЦ. Не знаю куда. Куда-то делся вообще. Достучаться не могу. Рис. Рис, рис, рис. Рис. Что-то мало народу смотрит. Ну, мало. Граффити не знаю, кто нарисовал. Какие-то хулиганы, мне кажется. Трикстеры какие-то. Маркиз Десад годный, да, нормально. Ну, можно, да, одноклассников побить таких, почему бы и нет. Сап. Любимый фильм
не знаю, сталкер. Ну, так просто. Иваново детство. Свидригайлов Трикстер, ну вот. Мертвые души, ну да, конечно. Приветик. Граффити все, хана, накрылась. Любимый город. Не знаю. Город, которого нет. Ну что же, иногда и попсом побыть неплохо. Закрасили просто. Двочую копчу, да. Великий Устюг, респект. Нет, я не женат. Охуел, что ли? Да я видел тебя, видел, специально заигнорил тебя, чтобы ты подумал, что я тебя оставил умирать под батареей. В луже, никому не нужным. Пацан, красавчик, просто, понимаешь, быть поэтом это тяжело. Когда ты поэт, ты идешь один по пустыне смыслов, и никто тебя не понимает. Но высшая ценность – это твое самое внутреннее самопризнание. Вот, нахуй иди. Ну, нормальная тема. Насоси. Ну да, конечно, покупаем иногда. Покупаем вещички с Асоса. Вот худи в Москве купил, в КМ-20, как модный, крутой. Пришел такой, бля, вот это у меня. Баттер. Когда в Рязани? Так были же уже в Рязани. Были в Рязани. Давай. Дуть нормальная. Ну, что, дуть и дуть. В Арабские Эмираты. Ну что там, где Илья мой? Рамштайн или Металлика? Рамштайн, наверное. Настроение? Ну так. Жил бы на Тверской. Да можно. Ну ты еблан. Где фит? Ну, вот Дмитрий все-таки фит с другим нашим участником захотел. Поэтому не знаю. Маятник Фуко нормально все. Ну, там... Макароны или пюрешка? Пюрешка. Конечно, пюрешка. А какие провокационные? Не было ничего. Про Оксимирона, что ли, провокационные? Я ничего не игнорю, все отвечаю. Когда в Бишкек был уже? Недавно. ФБ-4, говорил уже. Веганом никогда не стану. Андрей Фердинанд Замай. Нормальная шутка. Самый большой страх, не знаю, как у всех, страх смерти какой-нибудь. Фуковчане. Фуковчане. Ну, не знаю, наверное, трек просто не знаю, тут и не прокачались. Ну, а так, в принципе, что, неудивительно. Похоронил Хэллоуин охуенно, я ж там был, даже стоял.
Лиски, я не знаю, я не знаком, чего они делают, Лиска. Ну, музон каловый, понятное дело. Илья, блядь, ты знаешь мой самый большой страх. Самый большой страх. Это что? Я исписался. Я больше не такой, как раньше. Все, мы... По образованию я говорил уже 1000 раз. Не пить кумыс год или не выпускать год треки. Год треки не выпускать. Лягушки противные, да. С Ларисой Долиной лучше фиатуринг. Не пускают. Любимый художник. А вот, кстати, я книженцию тут норм купил. Ну, это нельзя сказать, что мой любимый художник. Но тоже клевый художник. Всем советую. Вот смотрите, друзья. Нормальная тема, всем советую. Андре Дерен. Висит даже в этом. В ебучем Эрмитаже. Я понимаю, Пьера, твой сын, но сейчас не время копаться в бумажках. Он хоть что-то делает, пока ты валяешься и мечтаешь о Розе. Так. Андре Дерен. Энди Ворхол. Нормально, банки хорошие. Калининград, не знаю, были же уже там. Портрет или карикатура? Портрет. Чё делаешь, чё по релизам? Батли собираешься? Нихуя не делаю, релиз пишу, батлить не с кем. Альбом, ну, проебланил я, короче. Я был там, где я не был. Кишинев. К счастью, вашей жене тоже. Чего вы хотите? Поговорить. Портрет через опыт. Печально наблюдать, как вы губите свою репутацию связями с Альбиной. Так, пацаны, что за угар про баттера? Не надо, а то всех забаню. Или рассказывайте. Батл Галата и Мози Монтана очень слабый. У меня есть доступ к счетам Козьма. Вот так вот. Мария поймет это, когда увидит... Сам не рисую, нет. Вообще ничего не знаю. Сегодня Козьма выступит в свою защиту. Вы знаете, что делать. Докажите, что вы мужчина. Мадонна, госпожа, можно вас? Лоренцо сегодня утром заходил в банк и взял вексель на крупную сумму. Какую? 50 тысяч. Что? Где он? В том-то и беда. Я не знаю. Вечерочка. Кинематограф? Да, конечно. Ну, я понимаю вопрос, но, ну, конечно, да, да. Даже то, что это такая большая техническая хуйня, это все равно искусство, какая разница. Так отрасти усы, братишка, нормальные такие, ну, и будут. А так, даже не парься, наоборот же хорошо, когда ничего не растет. Томас Мраз, плохая музыка. Москва — это удушающий поток или в преисподнюю коридор? Хорошо. Это в преисподнюю коридор, конечно. Да, я ходил в походы, в горы ходил.
Брови нет, не щипая брови. Кальян курить? Искусство или видеоигры? Не знаю, блядь. Искусство говно, но видеоигры тоже. Вышел покурить, блядь, ну, не помню даже, слушал один трек когда-то. Надо послушать. Russell Hustle. Служители сеньорины только что получили это письмо. Что это? Банкрот не может быть членом сеньорины. Траву дул. Дул. Дул траву на траву. Видеоигры хуйня какая-то. Мы парижане. Вы сможете доказать обратное? Мне нужно время. Говшимкянг. Автотюн. Настоящий Рассел Корифей. Только это не Рассел, это Пачука. Рассел Пачука. Самый человек, который пригорел от панчульки. Пачука пригорел от панчульки. Это правда. Дикей или Кейди? Дикей. Зал. В баньку надо ехать, в баньку. Ой, да, спать, кстати, можно было бы. Давайте, друзья, ло-ло-ло-ло, как говорится. Респект всем. Всем привет.